Спортивный туризм не нуждается в особой рекламе. Это направление очень популярно у юношества. И очень хорошо, что в летнее каникулярное время славянские школьники могут поближе познакомиться с этим удивительным спортом. К самым востребованным видам спортивного туризма традиционно относят пешеходный, водный, лыжный и горный. Ребята, которые занимаются в отделении спортивного туризма нашего города, всесторонне готовятся к различным испытаниям. Они уделяют внимание физической, психологической и тактической подготовке. А начинался для них путь в спорте по-разному. В основном кто-то рассказал о туризме, и это очень заинтересовало. Анастасиевские школьники приехали сюда, к славянской спортивной школе «Белая ладья» на экскурсию, чтобы познакомиться с новым для них необыкновенным видом спорта. Первые впечатления, как всегда, самые яркие. Мы знакомимся с туристической подготовкой, прошли параллельную переправу, и мне понравилось, хоть это было и сложно. Мы приехали в отделение спортивного туризма, мы учимся преодолевать препятствия, мне это очень нравится. Мне хочется, чтобы летом запомнились какие-то впечатления незабываемые, что... И мне даже понравилось это делать, хочу еще приехать сюда еще раз и попробовать все снова. Знакомство со спортивным туризмом началось у ребят с преодоления параллельной переправы, что было совсем не так просто. Скалодром потребовал еще большей концентрации сил, ловкости и внимания. Затем отрабатывался вертикальный маятник и завершилась ознакомительная программа спортивным ориентированием. Очень интересная идея взять 5 класс и как раз начать их готовить к турслету. То есть они заранее получают определенные навыки деятельности, вот, и самое главное, уже видно, у кого хорошо получается, то есть даже можно посмотреть на будущую команду, которую можно собрать в дальнейшем. Вообще очень хорошая идея. А для детворы огромнейшее количество эмоций, им так нравится. Для юных анастасиевцев эта страница летних каникул наверняка запомнится своими впечатлениями. И как знать, возможно, кто-то из них увлечется спортивным туризмом, одним из самых серьезных и необычных видов спорта. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».